Администрация Твери продолжает рубрику «Ключи Твери». Новый выпуск открывает цикл видеосюжетов о знаковых зданиях города и знакомит с историей Тверской областной библиотеки имени Горького. О судьбе здания, его архитектурных особенностях рассказывает экскурсовод Людмила Соколова. Напомним, что рубрика «Ключи Твери» выходит каждую неделю на официальном сайте tver-defis.ru, на аккаунтах администрации города, в социальных сетях. Экскурсоводы, краеведы, архитекторы вспоминают интересные факты из истории Твери и рассказывают о различных достопримечательностях города. У зданий, как и у людей, есть свои судьбы. На месте здания библиотеки имени Горького когда-то стоял деревянный храм Знамения Божьей Матери. Уже в начале 18 века его в камне воссоздадут стараниями купцов Протопопова и Янковского. Находился он буквально на краю некогда торговой площади, называли ее еще Красной или Знаменской по церкви.